Hello guys! Здравствуйте, я Денис Курбатов, стоковый фотограф. Хочу сообщить, что снова возвращаюсь в некоторые услуги. Соскучился по живому фидбэку, хотя я скажу, что стоковая деятельность – это, безусловно, работа мечты. Сегодня хочу представить съемку для небольшого теплого события. Это может быть день рождения, юбилей, парти, презентация, крещение, девичник перед свадьбой, соответственно, как подарок от подружек. Такая съемка будет включать в себя яркие эмоциональные запоминающиеся кадры события и, безусловно, такие немного сессионные кадры, когда я могу более спокойно пофотографировать главное действующее лицо события. Съемка предполагает 2, не более 3 часов задействованности меня как фотографа. А за это съемочное время я выбираю порядка 120 фото и не отдаю тысячами фотографий. Отбор фото – это как раз есть немаловажная часть работы фотографа. Я прохожу порядка 2-3 раз отснятый материал и выбираю самые лучшие фотографии и, безусловно, чтобы они не повторялись. Если это вечеринка-презентация, я на следующий день вышлю ссылку для скачивания фото. Я понимаю, как важны посты в соцсетях для бизнеса, то есть нужно сделать достаточно быстро это все. По другим событиям я отдельно обозначу сроки. У вас будет две папки. Это папка для интернет и соцсетей, уменьшенный вариант и полный размер фотографии. Для интернета и соцсетей фотографии подготовлены таким образом, чтобы их удобно было использовать, в особенности в Instagram. К фотографиям добавлены поля и соотношение сторон получается 4:5. Также они уменьшены в размере и их удобно просматривать через смарт-устройство по ссылке и, соответственно, обмениваться ими. Для событий, которые включают в себя небольшие сессии, есть подарочное обрамление. Это фотокнига с флешкой. Фотокнига 10-15 разворотов. В нее поместится 20-30 фотографий приблизительно. Обложка верстается профессиональным дизайнером Тимуром Пилипенко. Индивидуально, без шаблонов. Он хорошо работает со шрифтами. В общем, я ему полностью доверяю в этом. Получаются оригинальные, неожиданные, приятные решения. В фотокниге выдерживается стиль, который не загружает количеством фото, передает атмосферу и развитие действа и уделяет внимание главному герою или героям. На обложке крепится карман, в котором находится флешка с фотографиями в полном размере и уменьшенном. Вот таким вот образом мы вставляем в устройство. Вынимаем и возвращаем фотокнигу в карманчик. И о стоимости. Для этого лучше всего связаться через мессенджер, Viber или Telegram. Я вам задам также несколько вопросов. Когда будет происходить? Что это за событие будет происходить, приблизительно сколько гостей и участников будет, где будет происходить, место расположения и как выглядит это по световым условиям съемки, количество съемки и особые пожелания ваши. Далее я вышлю Excel-табличку с бюджетом съемки. Спасибо за внимание, пока!